Всем привет! Сегодняшний выпуск мы посвятим таким удобрениям, как Advanced Nutrients. Это канадский производитель, который не так давно, в принципе, зашел на наш отечественный рынок. И вот что мы о нем знаем. В 1996 году три друга, румын, пилот и большой Майк, организовали компанию, которая занималась изучением и производством различных удобрений для гидропоники. Про двух друзей Майка мало что известно. А сам же Майк, я так понимаю, со временем выкупив доли, сейчас по полной раскручивает свою компанию. У большого Майка есть свой канал на YouTube, есть своя страница в Инстаграме, на которую вы можете перейти по ссылке в подписи к этому видео. И заценить, чем занимается этот классный мужик. А то, что он классный, вообще сомнений никаких просто даже не вызывает. Очень большую известность продукция компании завоевала в Северной Америке, в Австралии и в нескольких странах Европы. Сейчас эта продукция уверенно покоряет гроу-рынок нашей страны. Если зайти на сайт Advanced, то там можно найти калькулятор, который поможет вам рассчитать дозировки удобрений на стадии роста и на стадии цветения. Еще одну классную штуку Майк сделал в виде приложения. То есть сейчас на андроидах и на iOS можно закачать себе приложение, которое называется Bud Labs. Приложение, которое позволяет, не вставая с дивана, посчитать, какая дозировка удобрений вам нужна в данный момент. Очень удобно, и все таблицы всегда под рукой. Первая линейка, про которую мы поговорим сегодня, это Jungle Juice. В простонародье шимпанзе. Это бюджетная линейка, которая содержит в себе все необходимые базовые элементы для роста и цветения ваших растений. Это простые минеральные удобрения, которые подходят как для начинающего, так и опытного садовода. Необходимо использовать Grow, Micro и Bloom в сочетании друг с другом. Следующая линейка – это специализированная линейка pH Perfect, которая помогает автоматически выравнивать уровень pH в растворе и поддерживать его в течение недели. Удобрение содержит в себе огромное количество аминокислот. Фульвовая кислота, которая содержится в этих удобрениях, стимулирует аппетит у растений, и они начинают кушать очень-очень много. Также все микроэлементы, входящие в состав этих удобрений, находятся в хелатной форме и усваиваются практически мгновенно. С базовыми удобрениями вроде разобрались. Их, конечно, гораздо больше, но сегодня мы рассмотрим только эти две линейки. Следующее, что мы будем рассматривать, это стимуляторы. Стимуляторы у Advanced достаточно мощные и однозначно заслуживают доверия. Моим самым любимым стимулятором является B52. Он содержит огромное количество витаминов В, гуминовые и фулевые кислоты. Также содержит экстракты водорослей. B52 прекрасно подходит для укрепления клонов, саженцев, вегетирующих и цветущих растений. Также он предназначен для любого типа выращивания. А при использовании с таблетками CO2 дает гарантированный двойной результат. B52 дается на всей стадии роста и с 3 по 6 неделю цветения. Дозировка 2 мл на литр. Всегда. Наше растение переходит на стадию цветения. И мы начинаем давать стимулятор Big Bud. Он дается со 2 по 4 неделю, также 2 мл на литр. Этот стимулятор содержит большое количество, там даже больше 20 аминокислот L-формы, и составом он схож с испанским Дельта-9. Также в состав входит аскорбиновая кислота и лимонная кислота. Кстати, аскорбиновая кислота увеличивает скорость фотосинтеза. На 5-6 неделе мы начинаем давать овердрайв. Этот стимулятор дает дополнительный толчок и огромный взрыв к плодоношению, цветению, к увеличению количества сахара, вкуса, запаха. В общем, это отличный стимулятор на конечную стадию цветения. И последние 10 дней мы даем Flawless Finish. Это удобрение дается также 2 мл, и оно вычищает ваше растение от нитратов и остатков химических элементов, оставшиеся от удобрений. Это полный комплект для выращивания. С этим набором вы сможете достигнуть максимального эффекта и полностью раскрыть генетику растения. Сегодня я рассказал вам про основные линейки удобрений и стимуляторов. У Advanced их, конечно, в разы больше, но про это я расскажу в следующих выпусках. Хочу всем напомнить, в нашем магазине ежемесячно проходит конкурс, в котором мы разыгрываем комплект удобрений.
Сентябрьский комплект, комплект Хесси, уже уехал к своему новому обладателю. В октябре мы будем разыгрывать комплект удобрений BioBiz, Трайпак. Что нужно сделать? Необходимо сделать заказ на нашем сайте, и номер заказа будет участвовать в розыгрыше. Участвуйте и побеждайте! Шанс победить есть у каждого. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, подписывайтесь на нашу страницу в Инстаграме и ВКонтакте. Всем отличного настроения, Вселенная любит вас, всем пока!